Добрый день, коллеги! Сегодня мы рассмотрим с вами устранение сквозного дефекта после удаления зуба. Такая клиническая ситуация часто встречается при условиях хронического генерализованного пародонтита у пациента средней и тяжелой степени тяжести. Установка имплантата в данной ситуации будет отсрочена. Для этого нам требуется восстановить костный объем в области лунки зуба. Данная клиническая модель смоделирована уже таким образом, удален зуб. Мы имеем сквозной дефект в уровестибулярном положении и направлении. Для того, чтобы визуализировать костный дефект, мы должны отслоить вестибулярный лоскут . Отслаивание вестибулярного лоскута начинается с выполнения вертикальных разрезов и формирование полнослойного слизистонно-косничного лоскута в области лунки ранее удаленного зуба. Замок гингивальной границы мы можем либо расщепить наш слизистонно-косичный лоскут, либо остановиться и мобилизировать ткани потом. Далее мы начинаем подготавливать принимающие ложи в проксимальных направлениях от лунки ранее удаленного зуба и орально. На клинической ситуации лоскут, который мы формируем везде, будет полнослойный.
Ну, иссякаем все грануляционные ткани, которые могут препятствовать восстановлению костной ткани в дефекте. Продолжаем формировать принимающее ложе.